Сейчас с вами будем открывать вот эту коробочку вместе. Мне, в общем, Organic Zone прислали на обзор уходовую косметику. Сейчас вместе с вами откроем и посмотрим, что в этой заветной коробочке. Ну, я на самом деле, конечно, знаю, что там лежит, потому что я сама выбирала все средства, которыми я буду в дальнейшем пользоваться. Ну и посмотрим. Сразу хочу сказать то, что данной косметикой я буду пользоваться первый раз. У меня ранее не было от этой фирмы косметики. И сразу я, в общем, продавцу сказала то, что будет отзыв честный о косметике. Продавец сразу согласился. Но это тоже, мне кажется, о чем-то говорит, да, то, что значит продавец уверен в своей косметике, в качестве косметики. Мне кажется, это тоже чего-то стоит. В общем, так, давайте по порядку будем смотреть. У меня здесь 6 уходовых средств. Вот так все запечатано. Картонка. Вот видите. Так, значит, первое. Начнем. Заказала я для себя вот такой шампунь. Вот видите, у них еще есть вот такой значок ОЗ. Organic Zone. И вот такой значок ЭКО. В общем, шампунь интенсивный рост против выпадения и для роста волос. Как вы знаете, то, что я борюсь постоянно со своими волосами, с проблемными. Они у меня, я не могу сказать то, что они у меня выпадают. Нет, они у меня в принципе не выпадают. Я больше взяла как полечить их немножко. Потому что здесь в состав входит сок апельсина и экстракт красного перца. Объем 250 мл. Ссылочки все будут в описании под этим видео на данную продукцию и на сайт. И также укажу, как можно заказать по бесплатной доставке. Там есть сайт на Озоне, можно заказать бесплатную доставку, чтобы была Wildberries и 4 Fresh. В общем, если будет кому-то интересно, ссылочки будут все в описании под этим видео. В общем, сейчас откроем. Вот так, да, вот даже как подарок можно подарить, так симпатично упаковано. Сейчас по запаху посмотрим. Ну, запах такой приятный, такой ненавязчивый, не резкий, хороший запах, приятный запах. Так, нанесите шампунь на влажные волосы массирующими движениями, взбейте в пену, смойте водой для более выраженного эффекта. Используйте бальзам, кондиционер для волос. Там можно также заказать целую линейку. То есть, вот если интенсивный рост, да, можете заказать такой, допустим, бальзам, маску вот одной и той же линейки. В общем, вот такой шампунь. Сразу хочу сказать, сейчас я вам покажу только сами флакончики. Естественно, потом уже отзыв я уже скажу в процессе пользования. Потому что, ну, я уже сказала, я не знаю ничего об этой косметике. Так что отзывы, скажу сразу, всех положительные. В основном все хорошие отзывы. Я почитала то, что это натуральная косметика. Также я себе заказала такую пенку для интимной гигиены. Вот она с таким дозатором идет. Так, это с экстрактом ромашки, зеленого чая, череды и крапивы. Объем 150 мл. В общем, вот такой флакончик. Потом тоже вам поближе еще покажу. Вот, тоже потом протестирую. Дальше. У них также есть очень большой выбор детской уходовой косметики. Вот я своим ребятишкам заказала шампунь детский. Подходит для детей с первых дней жизни. Также значок ЭКО, как и на всех других товарах стоит. Так, смотрим. Угу. Экстракт ромашки питает кожу головы, укрепляет волосы и способствует их росту. Масло авокадо увлажняет и придает естественный блеск волосам. Экстракт березы оказывает противовоспалительный эффект, нежно очищает кожу головы малыша. Так, по запаху сейчас. Ну, запах тоже такой ненавязчивый.
такими, знаете, как травками пахнет, такой отдаленный запах. Можно сказать, даже его здесь и нет, этого запаха, такой вот ромашкой, травками, знаете, такой легкий аромат. В общем, вот такая вот бутылочка, тоже будет тестировать, возраст 0+ идет. Так, дальше, что у нас тут? Также заказала детский крем. Крем питательный, борется с раздражениями и опрелостями. 75 мл объем. Сейчас посмотрим. Вот здесь зафольгировано все. Вот так. Вот. Такая консистенция. Не жирный, сразу видите, впитывается в руку. На самом деле крем питательный, вот все, несколько круговых движений, крем впитался и не чувствуется его на коже. Такая кожа прям мягко делается. Запаха вообще почти никакого нету. Так, состав: масло ши, какао, абрикосовых косточек, зародыши, пшеницы. Вот, вот такой кремик ребяткам своим. Дальше. Так, крем для рук питательный, сладкое питая. Такая небольшая баночка. Вот крем для рук мне сейчас нужен как никогда. Это я уже заказала себе. Объем 50 миллилитров. Угу, сейчас посмотрим. Потому что сейчас зима на дворе. Руки у меня очень сильно сохнут. Несмотря на то, что я постоянно хожу в варежках, хлеба в перчатках. Вот так же зафольгированы все. Кожа рук у меня очень сохнет. И потому что у меня... Но часто, так как я сижу дома, постоянно убираюсь, мою посуду, хотя я сейчас в последнее время это делаю в перчатках, но все равно кожа рук высохшая. Вот, ну, честное слово хочу сказать, все ароматы очень приятные, не резкие, отдаленные, такие мягкие. Я люблю вот такие кремушек. Вот такая вот консистенция. Не густая и не жидкая, видите. В принципе, так ничего не стекает. Но на руки ложится хорошо. Сейчас посмотрим, как впитается. Это вот мне сейчас очень необходимо для моих ручек. За руками тоже нужен уход. Я на самом деле обычно пользуюсь обычными детскими кремами для рук. Я специально какие-то крема не покупаю. Все. Отлично все впиталось. Сами видели, такое достаточное количество крема нанесла. Все. Также несколько движений. И все впиталось. Так, по составу. Ну, более подробно вы сможете уже зайти на сайт, посмотреть. Если кого-то что-то заинтересует. Так, и последнее. Так, все, коробушка нам больше не нужна. Маску для волос я себе заказала. Это маска укрепляющая, противопадение волос с экстрактом красного перца и маслом органы. Натуральная маска укрепляет волосы, делая их сильными и послушными. Экстракт красного перца и горчичного масла стимулирует рост волос. Масло органы питает и восстанавливает. Вот, стимулирует рост волос. Мне вот это сейчас очень надо, потому что у меня волосы вообще... Очень плохо растут, медленно, плохо. Так, сейчас давайте так просто откроем и посмотрим. Так вот, запаковано. Ну, вот это уже такое с выраженным ароматом. Ну, вот перчиком пахнет. А что здесь за состав? Вот так вот масочка выглядит. Так, красный перец и маслом органа. Ну вот, и здесь попахивает такой перчиком.
Ну, запах, я вот на самом деле не знаю, с чем сравнить, но запах перца присутствует. Не сильный, но такой есть запах. Это говорит о том, что, значит, состав должен быть натуральным. Так, масляный экстракт череды, здесь крапивка есть, пшеница, красный перец, даже витаминки здесь есть, В5, витамин А, молочная кислота, масло можжевельника, эфирное масло розмарина, масло сосны, масло лаванды. Говорят, такие вот отдаленные ароматы, но вот и перчиком тоже попахивает. В общем, ребят, буду тестировать, потом обязательно расскажу свой отзыв, насколько я осталась довольна, потому что на моих волосах это будет очень заметно. Я по своим волосам знаю, что мне подходит, что нет, после чего они делаются послушными, более эластичными, потому что у меня волосы очень проблемные. Я никогда не скрывала этой проблемы, то, что с моей шевелюрой в кавычках надо что-то делать, надо чем-то подпитывать. Так что вот, такая вот линейка косметических уходовых средств. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, еще раз повторюсь, то, что ссылочки все будут в описании под этим видео. Я говорю, отзывы очень хорошие были о данном косметике. Так что будем тестировать шампунь, пенка.